Приветствую всех, господа и дамы. Продолжаю учиться, тренироваться, снимать видео. Сегодня будет опять же таки болтовня. Вот о тех траблах, ляпах, которые в процессе работы, в процессе заказа у меня создаются. Значит, сегодня воскресенье, завтра понедельник. На завтра планировалось две отправочки, но, к сожалению, придется мне их отменить, эти отправки. Значит, что получилось, что произошло, что случилось, объясняю. Значит, человек, который заказал вот эту машиночку, я показывал в предыдущем видео, просил сделать RCA-разъем, все сделал. Потом, значит, в процессе переписки он пишет, и проводочек мне тоже, пожалуйста, сделай. То есть захотелось ему проводочек такой. Вот, не вопрос. Сделаю, значит, делаю вот такие вот проводочки, не вот такие вот коробочки. Вот такие. Проводок сам используется в самолетостроении, в космостроении. Использовала ЛИС раньше, сейчас, наверное, вряд ли они такие используются. В общем, у меня, как вы заметили, если следите за моим творчеством, вот такие эксклюзивные, пахнущие стариной вещи, там, стимпанк, все как положено. В общем, один конец я адаптировал, это RCA-разъем, а второй конец вот у меня создались трудности. Началось все с чего? Объясняю, значит, он говорит, у меня блок один Cheyenne, другого блока нет, поэтому мне нужен ход такой, как у Cheyenne. Я говорю, а какой там ход? Я не знаю, у меня нету блока, померить, замерить не на чем, пожалуйста, дайте мне более развернутую, дайте мне информации больше. Значит, он мне пишет, говорит, ну такой, как на наушниках. Ну, наушники же разные бывают, есть 6.3 джек устанавливает. Ну, вот как к телефону наушники. Ну ладно, к телефону. Обычный, как к телефону. Ну, кто его знает? Вот резьба есть обычная, она с шагом 0.8 обычная. С шагом 1.25 обычная. Так же и тут, то есть обычный джек, ну, в общем, выяснил, это 3.5 джек, трехканальный. Вот. Значит, сделал ему рубашечку. Рубашечка, соответственно, понимаете, как делается. Я уже в видео показывал. То есть побежал я на металлоприемку очередной раз. Там меня порадовали куском железки. Сделал я оправочку, значит, откатал эту самую рубашку медную. Вот, травить ничего не стал, просто чернение было и лакирование. Порошковый лак, запек. Все, тут у нас все шикарно получилось. Это собирается. Но куда припаивать? Пишу, значит, пожалуйста, возьми тестер и прозвони этот самый блок или хотя бы проводок, ну как удобно. То есть мне нужно понять, куда тебе припаивать плюс, куда минус. Он говорит, нет тестера, прозвонить не могу. Высылает мне фотографию платы. Там же не написано, фотографию я же не могу залезть тестером в фотографию, ну нереально. В общем, пытались мы забеременеть по телефону, не получилось. Потом, значит, он пишет, ты мне, говорит, сделай, наверное, просто поставь обычный джек 6.3, значит, а я буду у ребят в студии брать блок питания, и, значит, когда будет у меня работа с этой машинкой, я буду, значит, просить блок. Ну, неудобно это, ребят, я понимаю, что человеку уже дай мне что-нибудь. Ну, как бы мне бы хотелось, конечно, вот, чтобы человек остался доволен, и, ну, это все равно, что прийти в парикмахерскую, там, побрейте на голову, мне там хайр сделали. Да ничего, водичкой примочишь, нормально будет. Ну нет. Так не должно быть. Человек должен остаться доволен. В общем, наверное, я не буду ему ставить никакой 6.3. Все-таки я выполню его просьбу, адаптирую вот этот самый разъемчик под его шиеновский. Не знаю, позвоню, наверное, ребятам. Я позвонил пару мест, сказали, ну как так, что мы дадим блок, чтобы ты разбирал. Рабочий блок нет. Ну, постараюсь поискать, может быть, приду к там кому-то с тестером, выясню этот вопрос. Но суть-то не меняется. Завтра отправка, я ее буду отменять, не отправлю, я не готовый продукт. Вот, время, вот мы затянулись. По чьей вине тут уже, ну, непонятно. Следующий момент, нюанс. Приходит на ремонт мне ручка по перманентному макияжу, вот для выполнения перманентного макияжа такая ручка. Неплохая. Значит, женщина звонит, говорит, у меня не работает клавиша, и у меня выпадает игла, не фиксируется, и у меня выпадает носик. Ну, высылайте. Приходит, значит, посылка, я вот достаю из пакетика там, ну, машинку вижу, ну, вижу, что клавиша не работает. А иголку выпадающую и носик я не вижу. То есть, понимаете, да? И что я куда мерить-то буду?
Звоню, говорю, так и так, ничего у меня не выпадает. Она говорит, как не выпадает? Я говорю, так, мерить-то нечем. А я, говорит, думала, что у вас все есть. Я говорю, ну, я же не специализируюсь именно на вот этой фирме, даже не знаю, что за фирма. Ну, ладно, не стану ее оглашать. Ну, у меня чуть-чуть другая специфика. У меня свой продукт, и у меня есть, как бы, к своим машинкам что померить, как промерить, и все параметры там, те же моторываются. А это, ну, такое попутное. То есть, пожалуйста, будьте добры, давайте как-то... Ой, у меня там записи туда-сюда, думала, ну понятно. Человек тоже думал, что все это произойдет за один день. Но, ребята, вот вам по срокам, пожалуйста. Ну, где я буду брать иголку, где чем я мерить-то буду? Придется ждать еще одну посылку от этого же человека. То есть вот блок питания запустить, да? Я чем буду тыкать? У меня под обычные машины, но оно всегда не подходит. То есть, вот, если вы делаете заказ или отсылаете на ремонт, пожалуйста, повнимательнее, ну, максимум информации мне давайте, вот, касаемо вот этих вещей, да, вот информацию, пожалуйста. Либо сроки ремонтов, сроки изготовления каких-то машин и там адаптации каких-то проводов, педалей, каких-то там, не знаю, машин под какие-то готовые блоки нестандартные. Это все будет затягиваться, потому что я потрачу уйму времени, чтобы вот, ну, добыть эту информацию. Поэтому, пожалуйста, предельно внимательно и больше информации мне давайте. Тогда все это дело у нас будет быстренько получаться. Ясно, да? Это вот о сложившейся вот такой неудобной ситуации. В общем, всем хорошего времяпровождения. Всем пока.